Еп. Здрасте. Всем привет, ребята. Всем здравствуйте. С вами, как всегда, я, Леха. Мой ник Антарадун. Вы находитесь на канале Hard Games. Надеюсь, меня хорошо слышно и видно, потому что сегодня нас ждет вечерний ночной контент по играм, которые вы так любите, так всегда просите. Это у нас Киберпанк. На предыдущей серии по Киберпанку вы, ребята, набрали... Воу, по-моему, очень-очень-очень много лайков. Это точно свыше 10 тысяч. Вы молодцы, за что вам огромное спасибо. Соответственно, следующая серия также будет на 10к. Значит, Киберпанк. Что для меня Киберпанк? Понравилось, не понравилось, так как у меня не было рекламных стримов, поэтому скажу как есть. На данный момент времени попросили сделать короткую рецензию именно подписчики с Инстаграма. Начало говно. Неинтересно, не разобрался. Потом интересно. Потом еще более интересно. И после того, как я поставил сейчас карточку 3090, это, кстати, первый стрим будет сейчас на ней, на видеокарте 3090. Я немного удивлен. Удивлен тому, что я запустил игру... И она вообще другая. Со мной рядом как раз был Тёма Лопард. И как бы вот, когда я вот это все увидел, она перестала быть пластилиновой. Она стала такой... крутой, я не знаю. Я не знаю, как это объяснить. Короче, там FPS, я не знаю, миллион стал. Я надеюсь, вы сейчас это на стриме зацените. Предлагаю перейти тогда от слов к делу. Я желаю всем приятного просмотра. Можете позвать братьев, сестер, друзей. Стрим, как всегда, вечерний, с минимальным количеством у нас мата. Так что всем доброго вечера и, конечно же, доброго просмотра. Такс, все, запускаем игрульку. Кстати, еще два обещания, которые я вам говорил, что сделаю. Это первое. Вы мне молодцы, кстати, что напоминаете в комментариях. Леха, по поводу книжки, помните, которой я скидываю вес, то есть туда вот этим вот. Я всем занимаюсь, ребят, завтра обязательно кину. Надо мне ее просто найти. И второе замечание, это по поводу еще чего-то. Вот я забыл. Что-то вы мне такое очень толковое писали. Не то, что даже замечание, а что я хотел сделать. Вспомнил, это дать контакты чувака, который занимается компами в плане, который мне уже вот второй раз комп настраивает, правильно, грамотно разгоняет. Короче, вы поняли, да, про что мы говорим? Который киберспортсменам многим настраивает в СНГ. Ребят, обязательно тоже в нашем телеграм-канале кину на него ссылочку. Давайте не в паблике, чтобы не засирать, а в телеграм-канале. Телеграм-канал у нас Hard Insight. Все ссылочки на телеграм-канал также можете найти в описании. Так что заходите, и я думаю, там найдете общий язык с этим человеком. Чувак взрослый, адекватный, так что как-то так. Делает все очень быстро, делает все сам. По крайней мере, мне помог уже два раза. Где VR? Сразу отвечу. VR я сделаю, не скажу когда. Мы отсняли почти полностью первую серию с машиной. Сейчас, секунду. Мы отсняли полностью всю первую серию с автомобилем. Завтра я сниму начало, потому что я очень устал вчера. Браво. Браво. Спасибо. Спасибо, ребят. Значит, еще прям коротенькое отступление. Завтра уже будет смонтирована первая серия и выложена, соответственно, на канал Hardplay. Так что я думаю, точнее, завтра отснято, до конца недели уже будет выложено. Так что там будет, ребят, все. Там вы увидите автомобиль, который мы выбрали. И я напомню, это в честь полумиллиона подписчиков в Инстаграме. Я сам от себя разыграю. Это не гиф. Достаточно будет просто подписаться на мой Инстаграм, Телеграм. Ну и, наверное, эти два канала. Тачка в общей сложности мне обошлась в 500... 500, там, 30 тысяч. Еще небольшой подарок я к ней приготовил. Так что как-то так. Значит, первая серия будет там, где я ее купил. Расскажу, почему именно этот выбор. Что нам удалось найти на рынке, потому что рынок сейчас очень круто подорожал. Вторая серия, это мы ее поедем затюним в бункер. Есть такая крутая тема, я думаю, кто смотрит за автообзорами, как бы тот понимает, о чем я. Там на взаимозачете мы ее затюним, заклеим. Просто будет пушка-гонка,
И, соответственно, третий ролик — это уже будет условия розыгрыша, старт, начало, анонс. И четвертый ролик — это когда мы привозим автомобиль и вручаем ее победителю. Все. А, и, кстати, как будет разыгрываться? Также на стриме, просто путем репоста. И рандомной программой прямо на стриме выберем. Так что, друзья мои, нас ждет суперконтент. По поводу VR. Опять воды налил, про VR забыл сказать. Снимается первая серия с VR. У меня освобождается время, все как обещал. Снимается первая серия с автомобилем. Я думаю, что, наверное, уже в понедельник у меня будет разгрузочный день, потому что как раз завтра с бустером, кстати, будет шоу-матч в 17 часов. Обязательно приходите. Не забывайте, играет Hard Legion против стака бустера. Ну, быстренько, вы понимаете, о чем я. Славончику сраку надерем. Так что буду вас ждать. У нас намечается огромный контент, очень крутой. И в связи с тем, что у меня освободится куча свободного времени, ребята, я запишу VR. В понедельник, я думаю, мы запишем сразу на месяц много-много-много севери. Открою небольшой инсайт специально для зрителей данного стрима. Cyber Beast, по-моему, да, правильная игра называется. Я потихонечку начал трениться. Помаленечку, потихонечку начал тренить. Так что скоро, знаешь, начнется там что? На хромакее там. Так, ладно. Всем приятного просмотра. Ставь лайк, подписывайся на канал, заваривай чаёх, кофеёху. У меня хорошее настроение. Комментарий с тебя, пожалуйста, в описании. Напиши, что делаю так, что не так, что понравилось, что не понравилось. Я, как обычно, пролайкаю, прокомментирую. Хотя бы кого-то успею. Все, поехали. Обратите, пожалуйста, внимание на одну вещь. Я сейчас выставил все на максимум. Вообще все. Я не запускал стрим на этих настройках, но здесь я убрал зернистость. Я убрал, по-моему, еще какую-то ерунду, которая может мне помешать. Так что как-то так, Стас, спасибо огромное. Короче, вот так вот я все выставил. Я бы еще, наверное, вот так вот сделал. Спасибо, нет, к сожалению, не видел. Можем посмотреть сегодня на стриме по Диаблу, кстати. Спасибо. Короче, давайте вообще все включаем. Я не знаю, я надеюсь, у меня компьютер не сгорит. Вообще изи. Ну что ж, как говорится, всем удачи, в том числе моему компьютеру. Привет. Я это говорил на стриме, да, ты, наверное, стримчик пропустил. К сожалению, да. 20-й год, страшный год. Вы сейчас охренеете от FPS. Я надеюсь, вот на стрим комп вывезет. Я не могу это объяснить. Да, это все так же тянет, как и вне стрима. Ребят, я не могу объяснить, что это такое. Я не знаю, видите вы это или нет. Она настолько мягкая и плавная стала. Это просто забейте. И в городе, когда я сейчас выйду в город, будет то же самое. Это просто... Просто, я не могу объяснить, что это такое. Нет, пока без песен. Звука игры нет. Нет, пока что без этого. Да, конечно, ребят. Держите. Вот вам звук игры. И теперь игра выглядит примерно вот так. Знаете... Мне кажется, если бы я вот в это играл в VR, вот на таком FPS, то я бы, наверное, с ума сошел. Почему? Потому что это нереально все выглядит, понимаете? То есть это все вот прям вот к этому прикоснуться хочется. Вот примерно вот такое ощущение у меня от этой игры на видеокарте 3090. В 2023 году в Найт-Сити... Если что, не понтуюсь, просто свое мнение высказываю. Итак, друзья мои, проходим, как всегда, не спеша. Смотрим. Привет. Поздравляю. Голос Украины, спасибо. Да, конечно. Да. В ближайшее время мод на сталкер будет. Во-первых, это не так много времени займет, а во-вторых, я сам этого хочу. Надеюсь, ответил.
тоннелей. Блин, пипец. Просто пипец. Насколько это приятно смотреть. Так, сейчас, ребята, что было в предыдущих сериях, вы можете увидеть в плейлисте внизу в описании. Я думаю, кто смотрит в повторе, это увидит. Ну или просто в плейлисте на канале Hard Games. Значит, F-Jack'у сразу, с чего начну. И сегодня идем по основным квестам. Может быть, иногда будем отвлекаться на допы. Так что как-то так. Блин, пипец, мягко как все. Удачи. Удачи, бро. Блин, это невероятно. Это просто... Мне сложно это передать. Эмоции. Просто очень сложно. Шоу-матч завтра, да. Я не представляю сейчас, как на таком вот FPS будет просто игра идти. Я просто не представляю. То есть как стрельба будет идти, извините. Что дальше? Вызываем наряд или по-быстрому? Привет. Привет. Хай. Залетай. По смерти смотрят на репутацию, на статус. Не шутят, родной. Нет. Авторские права. Все мои проблемы, эти заговоры, все из-за тебя. Ты же знаешь, я все потеряла из-за надо тебя. Орать. О, еще раз. Конфликт. Научись сама решать свои знаешь, проблемы. Что, иди нахуй. Код 192. Знаете, я уже на полку поставил и давно это не брал. Здравия желаю, господа. Здравия желаю. Вадим, пожалуйста, передайте. Уважение, увлажнение и огромный привет. Здравствуйте. 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 Все. Пост дал, пост принял. Спасибо. Спасибо, ребят. Не советую с ней связываться. Ну-ка, отошел, рассосался. Че, ёпта? Мне нужен фиксер. Мне нужен фиксер. Есть срочное дело. Уже передаст. Пусти его. Пусти его, тебе сказали. Че, вопросы какие-то? Слышь, мать, ты... Не хочешь скинуть немного? Это я, конечно, не знаю. Может быть, в реалиях будущего что-то будет по-другому, но что-то все печально. Ты что? Не из наших? Как тебя зовут? Я Ви. Не из наших. И что тебе от меня надо, Ви? Да, это она. Столько лет прошло. Ты только посмотри, сидит себе на диване в посмертии. Сейчас аккуратно. Она тебя насквозь видит. Говори как есть. Мне нужна помощь. Хочу кое-кого найти. Кого? Одного крутого инженера Андерса Хельмана. Он из Арасаки. Секунду. Андерс Хельман. Пробьешь мне его? Ха, спасибо. Рано благодаришь. Во-первых, моя помощь не бесплатная. А во-вторых, все эти люди. Спасибо, я пока занят эту неделю. Джеки Уэллс. После. И Бак. Я о тебе много слышала, Ви. Ты буквально идешь по трупам. Скажи, может, тебе просто не повезло? Узнаю, сучка. Спроси ее. Нормально, она писю к носу подтягивает. Меня подстрелили у нее на глазах. Слушайте, здесь надо аккуратно базарить, потому что может могут не нам сейчас просто вынести. Время. Они знали, на что шли. Такое может случиться со всеми, без спасибо. Исключений. Даже с лучшими. Даже с тобой, бестия. Спасибо, Фалькон. Арасака Тауэр. Помнишь? Кого ты там потеряла? Какого-то Джонни. Ты подготовился. Конечно. Но меня чувствами не проймешь. С чувствами я давно завязала. Сейчас, ребята, я лаги пофикшу. Нужна сейчас. Моя помощь, выкладывай Эдди. Ага. Ага.
А если у меня нет денег, 15 тысяч, ты охерела. Нет. Скорее возвращайся, когда деньги будут. Такие правила. Угу. Ну тогда до скорого. Ты знаешь, где меня найти. Ёб твою мать, 15 тысяч долларов. Ну это по-любому лагает из-за вот этой вот карусели. Сейчас, секунду. Сейчас, ребят. Я думаю, что вот из-за этого лагает. Да? Сейчас перестал у вас виснуть? От того, что с памяти, ребят, лучше не будет работать. Я просто не мог сцену скипнуть. Сейчас все окей? Сейчас хорошо все? Наверное, трассировка лучей, да-да-да. Все, все в порядке? Картинки на стриме просто шикарные, кстати. Все? Ну, трассировка лучей, мразь, это я, окей, я понял. Так, стоп, а почему у меня нет бабла? Что? Ёб твою мать, у меня 2000. Все? Все супер, все, ребят, спасибо, что потерпели, мальца. Это какая? Дельца есть. Перевозка груза. Доставить кое-что из точки А в точку. Спасибо, что подсказали. Я быстро. Сделаешь? Это вообще из... Рассказывай. Все просто. Идешь на набережную Кабуки, забираешь груз, звонишь мне, а я тебе расскажу, как его доставить. Все четко. Да, только с оплатой непонятно. Не переживай, гонорар будет. Заграничный, растаможенный и без пошли. И без подробностей, да? Именно. Ты не боись, по деньгам не обижу, а дельце-то ерундовое. Берешься? Вот это вот по деньгам не обижу, вот это что-то маленечко поднапрягает. Ну ладно, берусь. Вот и хорошо. Я знал, что мы договоримся. Двигай на набережную Кабуки. Там нужно найти холодильник. Мне всего 1500. Будущего нет. Как найдешь, забирай, что в нем лежит. И звони мне. Я скажу, что дальше делать. Ну, до связи, видимо. Что-то мне кажется, какой-то подставон очередной. Что-то прям, знаешь, прям... Прям подозрительно все это. Давай. Что-то какие-то прям, знаешь, прям терзают. Еще немного, пожалуйста. Рипер сейчас приедет. Пацаны, как дела? Ну как так? Почему мы не поехали в клинику? Тут безопаснее, чем в клинике. Ёпта, тут у ребят твоя атмосфера, я понял. Скажи что-нибудь, Жан. Поменим. Пожалуйста. Вычеркиваем. Понял, принял. Вычеркиваю. Так, мне нужна тачка. Я так думаю, доехать, наверное. Нихера себе. Тесла? Нихера себе аппарат. Спасибо. Спасибо. Будет время, да, я скажу, напомню просто о себе. Она мне, знаешь, что напоминает? То ли Ford Mustang. У меня даже звук, знаешь, чем-то похож. По-моему, Mustang, да-да-да. Вот даже в чате ребята пишут. Очень-очень похоже на Мустанга. Интересно, а здесь я смогу проехать? Блин, охренеть качество картинки. Ага. Сейчас бы зацепиться так. Сейчас сяк. Что-то здесь навигатор своими этими живет. Спасибо. У меня все в порядке. Спасибо. Кстати, тормозит она вообще просто ни о чем. Слушайте, надо репу себе зарабатывать. Репу, по-моему, нужно копам помогать. Ребята в предыдущей серии писали: Лех, если увидишь звезду, вот как сейчас была, типа можно копам помогать. И кстати, а ну-ка. А ну-ка.
Это стопроцентный Ford Mustang сейчас был. Понял, принял. Сразу минус один. Поехали. Пару фликанов навешиваем. Крит. Крит. Два крита. Пару пробитий еще кидаем. 800, ребят, это забейте. Это Габелла даже на максимальном уровне сложности. Тут просто у них без шансов. Хорош. Легал ВХ. Крит плюс крит, браток. И ты убит. Все. Минус все. А вот что за коробочку вы здесь, парни, охраняли? Это, мол, отдельный вопрос. Наверху, что ли, где-то? Просто взял, да, мотыгой отпинал. Не пойму, что за коробка. Вкусняшка. Одобряем. Масочка новая, кстати. Ой, красиво. Ах, чуть-чуть мне не хватает. Ладно. Окей. В принципе, два левела первых скрытых они то же самое, по-моему, дают. Так, и что-то вы здесь хранили. Что-то у вас здесь какая-то коробочка такая. Наверху, что ли? Оба наверху. Да, здесь волын с вами налутали. Короче, вот здесь вот где-то у них коробка лежит. Что за коробка? Внизу. А, вот она. Майка. Фиолетовый дракон 41,5. Мне ребята, кстати, говорят еще ноут. Я забыл. Да-да-да, я совсем забыл, кстати, про ноуты. Это очень хороший совет. Метнись к ноуту. Только бы вспомнить, где он. Только что. Кстати, а я его просмотрел. По чесноку скажу, я проглядел ноут. Он где? Где он был? Вверху? Я завтыкал ноут, ребят. Ты чё, родной? Терялся, что ли? Ребята, я не увидел ноут. Если... Ты кто? А, вот он, господи, прямо перед самым носом стоит. Если криты качать, по 10 тысяч пистолета будут вылетать. Нормально. Эдди, я выбрал место, где мы оставили вам деньги. Высылаю координаты. О-о-о-о-о! Уважение, чат, уважение. Уваженица. Да у нас тут еще и на бабосике сейчас должны координаты. Кстати, плюс репутация, ребят. И, по-моему, у нас как раз репутация 14 должна быть, чтобы что-то взять. Неплохо, неплохо забежали. Так, все-все-все, ребят, спокойно. Я мирный. Кстати, у нас появилось бабло. Почему бы нам не вернуться? Мы же можем просто вернуться и все, и...
Нахрена выполнять задание, когда мы просто можем такие темы мутить? Think about it, ёпта. Man. Нужно смотреть, когда копы с бандосами воюют. Обязательно нужно вот в эти вот дрязги все, ну, влезать. Во всю вот эту вот. Киберпсихо. Сам. Опа. Стоп. Вот. Я говорю, вот такие вот темы здесь не стоит вообще пропускать. Вообще. Кстати, F5. Вот такие вот быстрые задания, их не стоит пропускать. Так. А может быть, как учил меня мастер Падаван, с клюшкой ворваться и напиздячить? Здорово! Кого ты, блядь, там спустишь? Как вы это прокомментируете? Клюшка в лицо, это всегда необычно. Тишину. Но ничего страшного. Тяу. Свидание. Как вы это прокомментируете? Нормальная клюшка на 300 урон. Привет. Жень, я не знаю, но это сложно. Надо сначала определиться, что ты умеешь, что ты хочешь. Это трость. Это у тебя она трость, а у меня это супер клюшка. Кстати, говно маска. Разбираем. Какие-то мне еще советы такие дельные писали. Да, слушайте, мы с вами футболку нашли. Просто какую-то... Что за... Повышает маневренность. Она еще и с модификацией футболка. Лол. На 22, кстати, ботинки. Знаешь, как в чем? Как в GTA-хе. Слушай, они мне прям под сет подходят, под мой. Четко. Вы, кстати, заметили, я перестал вообще пить хилки? Вообще. Блин, даже на тачке игра перестала лагать. Вообще. Блин, копы, надо... Вот это что такое? Что это? Что это такое? Подождите. Первый раз такое вижу. Что это такое? Вон там. Ни хрена себе. Глянь-ка сюда. Ты это видишь? Либо я совсем поехал, либо это какое-то мистическое откровение. А как зовут ту эзотерическую тёлку? Мисти? Эзотерическая тёлка? Это у меня нейроны шалят. Надо показаться Виктору. Хотя, можно и к ней зайти. Окей. Допы, ребят, обязательно поделаю. Дополнительные задания. Если протопите за это в комментариях, просто весь стрим посвящу дополнительным заданиям. Может быть, даже, кстати, напишите, какие лучше попроходить. А можно и вообще все пройти. О-о-о-о, рамсы, где? Где? Окей, Валера, настало мое время, блядь. Что за негатив, братиш? Так, копы. Копы. Клюшка! У, сука. Воспитательные работы проводим. Ой, блядь, копов задел. Я не хотел. Бля, тварь. Бан, блядь. Извините, у меня просто пелена была в глазах, я ничего не понимал. Тихо, родной, гражданским не положено, я тебе вообще-то помогал. В смысле, я помог тебе? Алло. Вырезмай, спасибо. Где Алексей, спасибо вам, вы нам спасли жизнь. Мы у вас вечно будем в долгу. Где это все? Ты его реанимируешь? Давай я тоже помогу. Просто когда человек без одежды, его проще. Вообще всегда нужно одежду снимать. А? Помогаю как могу, ребят. Мужики, как могу, помогаю, извините, но... Ну, просто... Да, просто, ну... Помог как смог. Тысячекратно извиняюсь. Но, по-моему, что-то я подрезал годное. 33 брони? Нет. Ну, неплохо. Но пойдет на материалы. Масочка говно. Ну и ладно. Ну и больно-то хотелось. Кстати,
А чё это я по оружию давно не заглядывал? А ну-ка. А ну-ка. Давай-ка. Так, винтовку я пока что оставлю. Кто-то мне, кстати, говорил, Лёха, поиграй с винтовками. Но, ребят, по чесноку, типа, с винтовками мне именно нравятся револьверы. Оружие, которое копит энергию, и ты, как сказать, как точечно стреляешь. Короче, или энергетическое оружие, либо ревики. Прям просто она мне... Прям, ну вот, мое это. Потому что вот эти вантепы вообще великолепно залетают. Прям шикарно. Так, погнали. Подождите-ка. Новый уровень. Так. Новый уровень. Новый уровень — это значит то, что нужно зайти, скорее всего, в короткоствол. Шутки про короткий член приветствуются в чате, естественно. Урон при стрельбе из пистолетов и револьверов увеличивается на 3%. Можно, но как бы хз. Урон при стрельбе из пистолетов и револьверов по врагам... Да, давайте вообще вкачаем-ка мы, наверное, еще реакцию, да? Вот так вот мы сделаем, чтобы вообще прям все хорошо было. И, наверное... Да, вот видите, 14 левел нужен. А на эти нужно... Достаете, убираете пистолет в два раза быстрее. Пистолетка, перезарядка. Да, перезарядка — это, кстати, очень хорошая вещь и довольно недооцененная. У меня, кстати, бандура 13, ладно. Так, мы здесь уже можем, в принципе, добежать. Всем, кто, кстати, поставил лайк, ребят, завтра проснетесь, у вас будет такое же качество игры, у кого нет. Я вам просто отвечаю. Если что, я вангую просто. Очень хочу поделать доп-задание. Очень хочу. Так, пойдемте за информацией. Пойдемте у нее возьмем информацию. Ага, да, 40. Ага, да, сейчас, расскажи мне. Ну-ка, сдриснул. Привет, бести. Я с деньгами. Я готов оплатить твою, заказ. 15 тысяч долларов. Ты кто такая? Окей. Вообще? Окей. Мы просто сбрось играем в жизнь. Часто не понимая роль. Два, пожалуйста. Освободи место. Понял, нет. Садись. Я с 15к только что место купил. Надеюсь, ты его нашла. Такую целеустремленность редко встретишь. Он настолько тебе нужен? Это вопрос жизни и смерти. Этого я тоже давно не слышала. О, вискарик. Бутылку оставь. Моя девочка, молодец. Молодец. Не стесняйся, можешь угощаться. Мать, твое здоровье, я... Твое здоровье. За пятнашку ты грех не выпить. Твое здоровье. Оно тебе понадобится. Спасибо, Никс. Кстати, до Нового года, скорее всего, Королева и прошу. По смерти. Либо максимум до 15 января. Все, у меня прям цель поставлена. Держи щепку. На ней много всего интересного. Посмотрим, что ты нарыла. Этот твой Хельман не проходит ни по одной ведомости. Зато он засветился в секретных файлах Цянти. Это дочка Кантао. Что с микро стало? Сурман, привет. Это кефиговый листок. Вот так теперь могу Кантао делать. Кантао проводит через нее разные деликатные операции. Понимаешь? Тектоник, понимаешь? Извините. Он, наверное, работал над чем-то секретным. Теперь его защищают от Арасаки. Ага. Для VR подготовил. Арасаки или другой корпорации, которой нужно то, что он знает. Это расшифрованный маршрут ближайших конвоев Кантао. Думаешь, в одном из них будет Хельман? Как я пойму, в каком? Вот подробности по этому конвою. Одно ави, поддержки с земли нет. Накладных на товар тоже нет. Странно. Кантао иногда перевозит грузы без всякой регистрации, если хочет продать что-то из-под полы. Но глянь загруженность, которую вбили в систему. Слишком малый вес. Груза на борту нет. Ха. Зато смотри, какой шикарный список пассажиров. Охрана Кантао плюс какой-то VIP. Угадай, откуда перевозка? Из Цинти. Это Хельман. И это хорошая новость. Сейчас начнется.
Мне интересно, какие плохие новости. А что за плохие новости? А плохие новости — их место высадки. Видишь, все это — воздушное пространство Найт-Сити. О-о-о, я понял. То есть нам тут же отвесит люлей доблестная полиция. А здесь уже слишком близко к Антару. Стоит нам косо посмотреть на Ави, они сразу отправят своих амбалов. О-о-о, намечается зато конфликт. Вот тут равнина Джексона. Узкий коридор между Найт-Сити и территорией Кантау. Сегодня тебе везет. Короче, лупить на равнине надо. Там я его и возьму. Тебе нужен кто-то из местных, чтобы организовать весь движ и подогнать технику. Быстрее сдохнуть, чем засечь такое Ави. Я о нем слышал кое-что. Предыдущие модели летали во время войны. Ёб твою мать, там военные модели, что ли? И с защитой у них все в порядке. Лезть к ним бессмысленно. Спасибо, даже ребят, с хорошим оружием. 3000 уже. Все равно ничего не новая серия, надеюсь. Не про оружие, а про способы. Да, 3 будет обязательно. Есть 4. Люди, которые их знают. Или, по крайней мере, умеют импровизировать. Знаешь ли ты кого-нибудь? Кто-то из местных? Ты знаешь там наемников? Только одну. Панам Палмер. У нее терки со своим кланом, но она настоящий кочевник. Опа. И знает те места. Вот она тебе и поможет. У нее не будет выбора. У нее не будет выбора? Звучит не слишком обнадеживающе. Для нас обоих. Ну, за такую цену ничем больше тебя обнадежить не могу. Это мой единственный шанс добраться до Хельмана. Понимаю. Хозяин барин. Ви, тут что-то не так. Что-то какая-то подстава, только хотел сказать. Не гони меня. Странно. Мне казалось, кочевники в этих степях, в пустынях. Все зависит от клана, от их связей и от того, как дерьмово им живется. В целом, ты прав. Альдекальда редко имеет дело с городскими. Они, короче, как звери. Если им голодно, они приходят к городу. Не только об этом. Почему ей придется помочь? Почему она должна мне помочь? Тут какой-то подвох. Может быть, она должна и что-то, кстати. Она иногда перевозит для меня товары. А в последний раз все пошло не по плану. Она прокололась. Мягко говоря, провалила всю операцию. А, ну она и заторчала бабок, все, я понял. Она сделает все, чтобы вернуть груз. Для нее это вопрос чести. Ладно, я могу ей помочь. Но мы же не знаем, где искать. Знаем. Я знаю. Знаешь, попахивает просто обычным разводником. Прям вот прям вот чую. Окей, расскажи, что ты знаешь. Очень мутная бабёнка. Под Найт-Сити есть заброшенный город Рокки-Ридж. Панам знает где. Под Найт-Сити? Езжай как туда, метро 2? Верни товар. Тачку тоже. Сначала, конечно, свяжись с ней. Я пришлю тебе контакты. Да уж, наконец-то. Пойдем уже отсюда. Все ясно. Спасибо. Короче, удачи. Если мы в городе начнем Лупилова, прибудут мусора. Если мы зайдем на территорию бандосов, то вышлют амбалов. Если мы... Короче, их надо выпустить из города, я понял. Окей. Алло. Это телевидение? Сам, подожди еще немного, пожалуйста. Рипер сейчас приедет. Меня сейчас вырвет. Алло. Сука, ну как. Привет, Панам. Почему это вы не Ви. Поехали в клинику? Ви? Что за Ви? Откуда у тебя мой номер? Извинись. От бестии. Круто. Заебись. Во что еще эта старая сука меня втянула? Ты это ей, Ефта, скажи. Забудь о бесте. Работал я уже на одного слегка темнокожего парня. После чего получил от него пулю ровно промеж рогов. Может быть, вообще на ее сторону встать, а? Бандит, здравствуй, друг. Спасибо, ребят, за платные подписки всем. Важный выбор, чат. Ваше мнение. Кто играл, не подсказывайте. Просто ваше мнение. Может быть, вообще против всей системы пойти? По идее, да, я просто купил инфу. Я за свои бабки купил инфу. И что мне сейчас делать, это решать мне. Я к двойке. Лично я склоняюсь.
Даже все, это мое решение. Да забудь ты про бестию. Я хочу тебе помочь. Ну, как мило. Знаешь, ты немного опоздал. Передай бестии, пусть она поцелует меня в задницу. Расскажи это своему психотерапевту. Я звоню насчет твоей машины и товара. Тебе интересно? Или мне тоже тебя в задницу поцеловать? Товарный склад на Бонита-стрит, который на выезде из города. Встретимся там. До встречи. Я ее в жопу целовать не собираюсь. Хотя... Тихо! 2,7 километра, да ну нахер. Давай, возьмем аппарат. Слушай, давай как мажоры вообще поедем, ну-ка. Слушай, ни хрена себе. А это нормально, что здесь? Роллс-Ройс? А звук-то приятный. А звук-то прям... Прям то, что нужно. Так, а ну-ка рассосались. Такой, знаешь, прям, да, басовитый звук. Окей. Мы просто играли в жизнь. Слушай, она и идет, знаешь, так. Ох, ёпта! Пожилое ДТП. Так, ну-ка, как в Москве обычно все ездят. Считаю до трех, говорит, и перестраиваюсь. Раз, два, все, уже перестроился. Забери пистолет, скини. А, да, кстати, на Кадиллак больше похоже, ошибся. Даже, наверное, не Rolls-Royce, а, наверное, все-таки Кадиллак. Да. Ну, я не знаю, почему-то мне Rolls первый в голову пришел. Хз, почему. Ну, салончик там бодрый, кстати. Блин, да как, не помню, на какую кнопку камеру переключать, прикинь. С башки что-то вылетело. Опачки. А, нет, не то. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нихера ты. Жестко. Намечается пожилой махач, Юленька. Здравствуй. Абсолютно верно. Намечается конфликт. Ку, точно. Ку, спасибо, ребят. Ну да, она так... Спасибо. Да, я сегодня скроллом полдня провел. Ай, ай, почти пролез. Нормально, нормально. Ну дайте проехать-то. Немножко, ну расступись. Хорош. Слушай, такой салон нормальный. Не бит, не крашен, если что. Почему ты быстрым перемещением не пользуешься? Ну, так интереснее покататься по городу. Может быть, какие-то новые задания найду. И, ребят, я не спешу для хайпа пройти игру быстрее. Мне интересно в эту игру просто поиграть. Может быть, какое-то задание будет по ходу движения. Может, перестрелочка где-то какая-то. Также даже интереснее отчасти. Водишь как ювелир. Помню, одна женщина мне также сказала: Алексей, вы ювелир. Тихо. Давай не сегодня. Давай не будем сейчас вот это вот. Чуть за звуки. Опа, 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 опа. А вот это то, про что я вам сказал. Тихо-т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 ихо. Опачки. А вот и негативчик нарисовался. О, да здесь целая база. Клюшка. Заложники? Мне нельзя умирать. Не ссы, брат, ты не умрешь. Но это нихера не точно. Мне нужно заботиться о моей сестре. Переживай, братик. Вы свободны, господа. Ага, два, три. И вот этот опасный будет. Вот этот вот будет.
Тяжелой ниндзя в деле. Скилл на пределе. Пойди посмотри, что там. Сейчас посмотрю. Посмотрел, брат. Снайпера вижу. Локализую подозреваемого. Да? Ну давай. Локализовал? Банка, блядь, консервная. Окей, переходим к плану Б. Ты, блядь. Двести хп просто как с куста. Это становится интересным. Нихера себе он с чего там, я не пойму, так пукнул-то в меня. Так, я понял. Вот это к этому жизнь меня. Короче, там надо, я понял, просто рубилово устраивать с этим. А ну-ка, тормозни-ка. Уже дело чести с Хирали. Слушай, они очень-очень жестко он мне сейчас впаял. Произошел, да, пожилой разрыв очка, согласен. Слушай, ну я реально не ожидал. Он мне просто с упора с чего-то жахнул так, что... Ну, мне стало прям сразу хорошо. F5. Слышите вы? Куски. Вот это мне надо, кстати. Твою мать, сейчас устрою. Блять. Ай, ну давай. Противник, вступаю в бой! А-а-а, давай! Прям хочется вас здесь наказать. Ступишь, нет? Быстро, быстро! Полтора косаря, как ты на это смотришь, мой хороший? Как ты это прокомментируешь? Ар? Counter-Strike, да? На, лови раз. Лови два. Лови три. Как у тебя дела? Движение, жизнь. Меняем позицию. Стреляй! Отсосешь. Раз. Регрупп. Нет, другалечек, ничего у тебя не получится. Огонь! Ага. Огонь! Огонь! Ой-ой-ой, спокойно. Минус. А откуда, 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 откуда? А-а-а! Да у вас здесь прям... Кто, 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 кто? Я понял, все, 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 спокойно, спокойно, я тебя услышал, родной. То есть ты прям из дерзких, да? Понял, принял, обнял, поцеловал, заплакал. Боец убит! Кто, 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 кто? Регрупп. Я вывезу сейчас это место. Но здесь такой дроп должен быть. Может, ему клюшкой подбежать? В чем дело? Дело в том, что вас только что отымели. Байхард Визлов. И меня тоже. Я понял, снайпер первая цель. Я понял. Ники Мори, спасибо тебе огромное. Ха. Атака донатами, да, была сильная. Так, эти мне, друзья, не интересно. 10, 2016. Почему ты вспомнил атаку донатами?
собака, ты собака. Я понял, кто там так наяривает. Поехали. Пожилой перегрузка оптики. Давай. Пойду посмотрю. Иди, брат, посмотри. Смерть. Ты не можешь. Конечно, не могу. Давай, мой хороший, сейчас я тебе глазки подчиню. Давай. Пошел! Успокойся, или я тебя нейтрализую. Огонь! Спокойно. Пошел, Алексей, давай! Моя мобильность. Жесть, жопа. Ой, ёпта. Да ты, ёпта, ты кто такой? Пожилой дрон? Я вообще ни хера не понял, ты как так вообще делаешь-то, родной? Как ты, блядь, вообще живешь? Как? Скажи мне, пожалуйста. Я клюшкой сейчас... Сосешь ты. Сейчас папка возьмет снайперку. F5. Нельзя во время боя. Нормально. Так. Приказываю обнаружить тебя. Без Б, брат. Ты сказал, я сделал. Лови. Продолжаем наш разговор. Да прикончите вы его уже! Это приказ! О, да. Сейчас ты отсосешь, мой хороший. Сопротивление бесполезно! Само собой. Когда тебе клюшкой похлебало дрыгают. Доигрался? А ну-ка, дружочек, дай-ка мне. С поднятыми руками. А ну-ка, дай-ка папе погонять кое-что. А ну-ка. 149 рельсина. Еще и с оптикой, с обвесом. Да ты ж мой хороший. О! О боже, этот звук. F5. Сейчас, мой хороший, сейчас я. Я уже вот прям на том уровне, когда я хочу. Огонь! Я хочу сдаться. Забери меня. Он на меня напал! Ни на кого не нападал. Фэк вброс. Я понял. Стреляй! Ага. Как там со стрельбой у вас? Я здесь, кста. Ага. Так. Выходи, не бойся. Ему надо, знаешь что? Ему надо прям с рельсины сразу упаять. С крыши, да, по ним неудобно. Прятаться не в твоих интересах. 100%. Открыть огонь! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Дружки-петушки. Одобряем. Выходи из подним! Обнаружены враги! Открываю огонь! Ох, вот это было сочно! Базаришь, базаришь, брат. Это прям я почувствовал твою любовь. Почувствуй нашу любовь. Хорош. Сдавайся! Давай, давай. Я сдаюсь! Who's next? Прямо в бошку! Голову свою собирай, иди. Мирный. Ёб твою мать! Я понял. Так, где мой сладенький? Next. Nice! Хорошенький, сочненький, главное, попался. Кстати, очень удобно сделали то, что можно за ними вот теперь все собрать. А что они охраняли? Самый главный вопрос этого вечера, F5, что вы здесь охраняли? Вы что-то охраняли, и не гоните мне, что вы ничего не охраняли. Здесь что-то будет, 100%, очень вкусное, очень вкусное. Так, вижу боты. Что-то здесь было. Кроме залажей, они должны были что-то здесь сейвить. F5, все-все-все, да, я научился сразу F5 прожимать. Так, ну пойдемте туда. Подожди, может... Кстати, я еще на крышу не слазил. А здесь закрыто, да? Ага. Ага. Пойдемте в основную. Опыта дали. Просто немерено. Просто немерено. По-моему, в левел целый дали за эту карусель, вот за эту. Снайперка имба полная, 100% ее тоже беру. 100%. Она накапливает урон, как это правильно называется? Ни одной, кстати, легендарки, да, прошу заметить. Но я выбрал, ну, я забрал здесь снайперку, и это огромный плюс. Так, мирных здесь похоронили. Кстати, стоит полицейская тачка здесь, я так понимаю. Куча медикаментов. Полностью медикаменты восстановил сейчас. Просто полностью от А до Я. Я сейчас до ангара дойду. Сейчас, сейчас, сейчас. Я просто хочу ничего не пропустить. Я так понял, здесь прям... А что вот это красным подсвечивается? Типа... Вот, смотрите. Я, допустим, вот так вот делаю. А, ликвидировать тело, я понял. Ага. Опачки. А где подключиться? Подождите. Это можно что-то хакнуть. Видели, да, тоже?
А ну-ка. 1C, 1C. Найс, пароль. Так, хорошо. Куча зеленого в левом углу, да? Я думаю, что здесь 100% должна быть какая-то... Опа. Ресурсы, стволы. Not bad. Ноут. Плюс задание еще дополнительное. Обязательно съездим по всем этим квестам. Так, здесь работяги лежат. Я думаю, как-то можно попасть в ангар. Просто нужно понять, как. 100% можно попасть вовнутрь. Открыто. Закрыто. А как же в тебя... Или же нет? Ну вот смотрите, двери есть, но заперто. Порвать цепи, а что мне это дало? Не, по-моему... Чё по FPS? FPS просто миллион, ребят. С 30-90 я... Ну вообще, тут стрельба другая. Сразу просто стрельба другая стала. Может быть через крышу? Не думали на эту тему? Может где-то в вентиляции есть проход? Не. Ну, я думаю, да. Значит, если нет прохода, то долбиться в закрытые двери не стоит. Давай, по фулу отхилимся. Очень много хилок. Очень много хилок падает. Это очень приятно. То ли какой-то мы перк прокачали. Очень удачно, кстати. Так, надо мусор раскидать и посмотреть... Да, да, мы выбили лучшие штаны с вами. Я же сказал, здесь не просто так мы сюда забегаем. Кстати, с колотушкой врываться просто мега круто. Просто мега круто. Ты прям входишь, и у нее урон, ну, вообще просто забейте. Нашли сет армейский. Знаете, почему мы просели? Мы просели по башке. Вот если голову найти... Ракетчики... Ребят, не хочу с ракетой ходить. Я сейчас, ну, отлутал себе оружие, прям вот какое мне нужно. Поехали по основному заданию. Так, где-то у нас... Ладно, тачку мы сейчас найдем. А, я хотел же посмотреть, вот эта машина, она поедет вообще? Стоп. А ну-ка. Ага. Хрена себе. Это не броневик ли случаем? Так, совершенно случайно. Очень похоже. Тебе, Лёх, пистолет крутой выпал. Да? Давай посмотрим. Why not? Так, штурмовая винтовка сразу мне неинтересна. ППшка неинтересна. Автоматы неинтересны. Штурм вот этот просто чисто по фану оставлю. Нет. Тоже можно разбирать уже давным-давно его. Дробовик нет. Нет. Штурмовая винтовка нет. 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 Не-не, ребят, не то. Мне именно вантепное оружие нужно. То есть мне по кайфу. Мальчик, именно таким я пользоваться. Тебя в первый раз вижу. Надо бы поздороваться, раз мы собираемся работать вместе. Меня называют Эль Капитан. А тебя называй меня... Ви. То есть называй меня мой господин просто. Ты обо всем позаботишься. Я не против. Я готов работать со всеми, кто пришел ко мне по делу. Бизнес — это я. Помни об этом. Есть, капитан. Старович почти ваншотит. Так, пока не забыл.
Тебе нужна тачка? Мотоцикл? У меня есть все и недорого. В общем, если что, сигналь. Окей. Да не, я думаю, мы найдем сейчас тачки. Ну, как говорится, сконнектимся. Эй, привет, панам. Взрослый привет. Человек. Где моя тачка? Узнаешь, если согласишься мне помочь. А, ну охренеть! Ты условия, что ли, мне будешь ставить? Говори, где машина? А, что она спросила? Ты что завелась? Охуеть вообще, с тобой всегда так сложно. Только когда меня пытаются накормить говном с лопатой. Говори, где машина. И что дальше? Я тебе скажу, а ты типа пойдешь и совсем разберешься? Тебя это волновать не должно, ясно? Вот что бывает с бабами, когда мужика нет. Когда их никто не, так скажем, не коннектится с ними. Вот, пожалуйста. Послушай меня. Послушай меня! Тебе нужна моя помощь. Я готов помочь. Честно. Но сначала решим мою проблему. Ладно. Валяй. Хороший совет. Что у тебя? Спасибо за совет. Уважение. Смени хилки. Мне ребята говорят, а я завтыкал. Ммм. 15%, ребят, это очень мало. Так как максимальный уровень сложности, они мне вышибают очень много хп, у меня нет времени на медленную регенерацию. То есть они бам-бам, все, меня нет. То есть мне нужно быстро пах-пах, я в себя вкинул 2, у меня плюс 80% хп. Пока я на этих останусь, потому что, ну, был бы другой уровень сложности, я бы переставил. Надо сбить транспорт Кантао, будет непросто. Мне надо знать, потянешь ли ты. Что за хуйню ты несешь? Насчет тебя или насчет дела? Ави Кантао будет пролетать над равниной Джексона. Каблучок. Это вроде как хорошо. Ты меня называла. Да не то чтобы. На борту будет один цок, тип. Цок, он-то цок. Мне и нужен. Мы с тобой не пара. Да блять. А потом я тебе скажу, где товар, и помогу его вернуть. Ну, как тебе план? Ну, не знаю, я... Черт! Ладно, идет. Это прям как лады делают. Где он? Мать, ты не на автовазе, нет, работаешь. Бля, один в один. Где? Машина в руки Риджи. Как я понимаю, ты знаешь, где это. Там и твоя тачка, и товар. Нэш, я тебя выебу и высушу, сраный ты мудила. Это она про тебя. Ну, поехали в Рокки Ридж. Погодь, мне сначала надо подумать. Что-то у тебя мать с глазками. Черт. Немножко это. Да, нам нужна подмога. Завернем по дороге кое-куда. Расскажешь, куда? Секунду, позвоню заказчику. Пусть пока помаринует этого мудилу. Она хочет с ними договориться за спиной убийства? Да. Смелая Я девочка. Только хотел сказать. Или тупая, как пробка. Привет, босс. Тебе. Нэш хочет передать вам груз в Рокки Ридже. Правда, я об этом узнала задним числом. Босс, я с ним разберусь. Только дай мне шанс. Босс, ну ты чё? Сколько я для вас ездила? Хоть раз я облажалась? Я тебе клянусь. После заката? Окей. Мне 14 её посадят. Ляшкила. Просто не приезжайте, я разберусь. Ты ещё спрашиваешь? Само собой. Спасибо, босс. Ты не пожалеешь. Кстати, спасибо, что напомнили. Сегодня покрафтим. Сейчас крафтом буду заниматься. Ты дала ему слово, и он тебе поверил? Да, прикинь. Есть такая штука, репутация. Заведи себе, рекомендую. Ты мне там... Поговори еще. Босс, который с Виста Дель Рей, не знал, что ты работаешь на 6-ю улицу. А я на 5-ю колонну. А что, нельзя? Да нет, можно. Они до сих пор сходят с ума по звездно-полосатому флагу и американской мечте. Ну да, сходят. Но мне вообще насрать.
Они хорошо платят, остальное похуй. С тобой не поспоришь. У тебя, бля, прям... Что ни слово, то аргумент. Ну, куда теперь? В лагерь Альдекальда. Надо повидаться кое с кем из моего клана. Ты не то чтобы этому рада. Не твое дело. У меня остались там друзья. Ну, поехали. Ладно, поехали. Садись. Куда садись? Бабу за рулем, что обезьяна с гранатой. Смешно и страшно. И это не к моим подписчицам относится. А эта тачка откуда? С какой-нибудь парковки на ранчо? Вот именно. Что-то не нравится? Мне? Нет, конечно. Вкус или есть, или его нет. И у тебя его нет. Ха! Тихо. Далеко этот лагерь? Прямо за городом, по 9-му шоссе и на восток. Как тебя вообще угораздило? Цвет понравился. Освежители, детское кресло шли в довесок. Кто так же считает? Лайк поставьте на стрим. А что я должна сказать? Что я хочу пристрелить напарника, который меня наебал и слился? Что моя фиксерша выставила меня дурой? Ты сам-то? На кой черт тебе сдался этот хер из Ави? У него инфа, которая мне нужна, а у меня не так много времени, чтобы ее достать. Бля, ну качество картинки базара ноль, очень сочное. А чего ж она мне не сказала, что знает про Нэша? Бестия? Вообще без понятия, о чем она думала. Какая же она мерзкая баба. Это что за дупло? Вот это что такое? Видели? Видели, нет? Вот это мне интересно сейчас стало. Видели? То есть, если это не скрипт, то очень интересное какое-то местечко. Короче, это где-то вот здесь. Короче, если смотреть на город, Сандом, трасса направо пошла. И вот где знак вопроса? Надо будет туда съездить. То ли там какой-то бункер, такая как пещера огромная была. Знаешь что, хер с ней с бестией. Чего ты на ней зациклилась? Очень деньги нужны. Я, кстати, мастер по дырочкам по таким. В городе и без нее полно фиксеров. Но ты-то пришел, потому что она тебя прислала. Но я-то на ней не зациклился. Ты ее плохо знаешь, серьезно. Она не сказала, что это она свела меня с Нэшем. И почему-то совершенно забыла упомянуть, что он из стилетов. Чё, бля? Что, Нэш стилет? Ага, он из духов. Это самая крупная банда стилетов в округе. Знаешь же про них? Это кочевники, которых выгнали из кланов? Обычно, да. Кочевники не выгоняют своих ни за что. Выгоняют убийц, насильников, извращенцев. Они кочевники — это крутые ребята, на самом деле. За голову большинства... Ну, извращенцев зря, конечно. Тихо. Круто. Эта сука поставила меня с таким дерьмом работать. Может, у нее были причины? Да ладно. Да эта сука рта не раскроет, пока не просчитает, что ей выгоднее сказать, а что скрыть. Слушайте, ну вот эта бабка мне не особо импонирует, которой я пятнашку отдал. Если честно, я бы вот лучше вот как-то к этой прислушался. Мне кажется, та это очередной Black Mambas будет. Который меня потом мне или башку при удобном случае просто разнесет. Почти приехали. Я не уверен в этом. И поедем в Рокки-Ридж. Я думаю, что что-то какая-то шляпа. Надо вот за этой девочкой, ну, приглядеть. Такая, интересный такой персонаж. И после вот этого... После этого квеста обязательно заедем в... Как он называется? Сейчас, ребят, 2 секунды. После этого квеста обязательно заедем в эту пещеру. Мне интересно, будет ли там ох что-то. Ты, кого пыльная буря. Может, какая-нибудь база. Это мираж или у меня белочка начинается? Да идите нахер. Может, базу какую-нибудь развалим. Ну-ну. Может, а бункер какой-нибудь кто? Засекреченный. Нянька моя. Ви, это Скорпион и Мич. Мои старые друзья.
Я не нянька, я ее напарник. Ага. Каким мужик. Ветром тебя занесло? Мужик, чувствуете, мужиком пахнуло? В городе стало скучновато. Нянька моя, ёп. Ты вообще представляешь, как старик психанет, когда тебя тут увидит? Не каблук. Я буквально на минуту. Солу говорить не обязательно. Нам нужна помощь. Какая помощь? С чем? Стилеты наебали по нам. Мы хотим объяснить им, что так делать нехорошо. Nice. Все настолько плохо. Иначе я не стала бы слушать ваши тупые подъебки. Зря на бесте гонишь. Возможно. Возможно. Сестра. Просто первая мысль. Но сейчас вообще никак. То есть вы мне не поможете? А, старик сказал нам сидеть тут, пока не вернем в строй генераторы. У них батареи скопытились. Проверять, что будут генераторы делать. Вам какие-то генераторы важнее, чем я? Ты опять прикалываешься? Нам очень нужна помощь. Давай помогу с генераторами. Легчайше. Нет, в этот раз. Мы нужны клану. Блять, ну пиздец. Вы будете сидеть тут, потому что Сол приказал? А на меня вам насрать? Слышь, мать, тебя вообще-то выкинули, алё. Это не для Сола, это для клана. Ты же понимаешь. Бля, они мне прямо импонировать начинают, отвечаю. Это без шансов. Но про снаряжение, порядок, все, все дела, преданность клану. Ладно, поняла. Тогда я возьму твой карабин. И своего по мелочи. Бери, что хочешь. Только будь осторожна. Да, при этом они к ней нормально относятся. Сейчас гребу снарягу и больше вас доставать не буду. Вань, я говорю, я брошу ее. Я просто, ребят, кто не шарит, кого вейп раздражает на стриме, я бросил кальян. То есть, чтобы дальше спортом сейчас, ну, заниматься. Я очень хорошо сейчас скинул, уже там 13 килограмм. Я бросил кальян, то есть, чтобы прекратить курить вообще табак. Я пересел на вейп. И в ближайшее время, вот я хочу до Нового года, ну, максимум там до 15 числа постепенно его меньше, меньше, меньше. Потом вообще уйду от, вообще от любого вида курения. Так что немножко потерпите, кого он напрягает. У тебя остался только я. Опа! Ты расстроена? Да нет, скорее разочарована. Да не говори! Привет, панам! Что это такое? Долго? Не, на 5 минут. Поболтаем в следующий раз. Вы кто? Хай! Я вор. Не, гном. Привет, панам. Я просто возьму, я вам потом занесу. Я просто, ребят, я просто... Ты привела новенького? Блядь. Сол уже знает? Ага, не твое дело. Я просто посмотреть, это вообще не считается. Ну и ладно. Ну и ладно, больно хотелось. Можешь помочь? Тебе делать нечего. Ну как сказать? Да что, блядь, в этом районе? Стоп, я же без оружия, алло. Да? Привет! Двор 2077. Просто возьму и все, ребят, я просто... В смысле, а чё все шуганулись-то? Я же не стрелял, я не убил никого. Я просто, ну, немного возьму у вас. Просто погонять. Я верну. Верну, отвечаю вам. Пощади! Пацаны, я никого бить не хотел, алло. Господин Худ Рестер. Во-первых, спасибо за информацию. Вот, стыдно мне, кстати, не знать. Первый раз от вас ее услышал. Мое уважение, мое почтение за такую инфу, потому что... Это очень приятная новость. Вы знаете, как я к Ведьмаку отношусь. Я думаю, для многих это станет новостью. Не думаю, что я один, кто не знал. И что ты мне сделаешь? Здравствуйте. Тебе ничего. А вот ништяки я у вас возьму. Кстати, очень много налутали. Дайте-ка я сразу гляну. А ну-ка. Ой-ой, сорян.
А ну-ка. Слушайте, мы себя так, кстати, уже неплохо зарядили. 2 и 3. А ну-ка. Взрыв гранат, он мне не особо нужен. Ну такое. А что внутри? Пара Опа. Мелочей, которые могут пригодиться. Бери. О, отлично, это за мной это не все. Заржавеет. Поехали. Как говорится, брать не отдавать, спасибо. Она со снайпой, что ли? Помирились? Ты возвращаешься? Слушай, прикольные ребята вот эти с пустоши. Прошу прощения. Покажи, что ты продаешь. Подожди, мать. Смотри, сколько души угодно. Ой, сорян, ребят, что-то я маленько. Соплюхи. Так, надо... Давайте распродадим, у нас очень хорошая вот эта тема. Ой, что-то я... Это, я думаю, пока оставлю. С этим вот надо пошариться. У меня 2 очень неплохих апгрейда. Автоматик 332. Ну, ребят, ну честно, он мне не нужен. Вот отвечай, какой бы он ни был крутой, но я им не пользуюсь. Просто вот лежит вещь. Четыре урона. Что? Мать твою, все мои бабки я на это солью. Но это ваншот сразу. Сразу ваншот буду вешать. Да чё я думаю-то, го. Это просто какая-то имба лютая. Чтоб вы понимали, это в три, реально в три раза лучше моей. Ох, я удачно заглянул. А ну-ка. В секунду-то понятно, но единовременный урон у нее, блядь... А почему нельзя? А, я, наверное, с этим, пока с ящиком иду. Все, я понял. Ви! Да-да. По нам. Заглянешь к нам, дорогая? В другой раз, Элли. Честное слово. Ну, мне пора. Да-да, вали уже давай. Звони, если что. Присматривай за ней. Экстри в голову забейте. Кидай в багажник. Ребят, без спойлеров. Я вас очень прошу. Никого банить в чате не хочу. По-братски, ребят, без спойлеров. Хорошо? Я правда, я не смотрю никакого спойлера. Я не могу знать, ребят, что мне дадут, что мне не дадут. Просто это мой геймплей. И давай без этой херни. Можем Спасибо. Ехать, залезай. Многие же, ребят, тоже в чате не знали эти вещи. Если бы я смотрел спойлеры, я бы не допускал ошибок. А я не боюсь их допускать. Это же мои ошибки, мое прохождение. А ты, похоже, не признаешь авторитетов. Чего? Сначала Бестия, теперь Сол. Он же ваш главарь. Их главарь. Ты вроде как хотела свинтить поскорее. Сол, короче, вряд ли мне бы обрадовался. Что случилось? Мы переехали в Калифорнию только потому, что он обещал нашему клану перемены. Говорил, что мы начнем с чистого листа. Сам видел, чем все кончилось. Пары палаток на куче песка. Ну, пиздец, земля обетованная. Я хотела чего-то другого, получше. Сол просто трус. Он скоро похоронит этот клан. Я уверена. Ну, хз, типа, мать, у тебя амбиций очень много. Но, как минимум, он собрал их. У них...
Не знаю, не согласен Скорпионы здесь с ней. Скорпионы меч хорошие чуваки. О таких друзьях можно только мечтать. Вообще, на их месте я бы тоже осталась в лагере. На Соло и генераторы можно забить, но клан превыше всего. Только я теперь сама по себе. Они все еще считают бунтарь. Тебя своей. Вон как о тебе заботятся. Угу. А у тебя как? Есть близкие? С этим не посчастливилось. Ясно. Эти ребята были в армии? Скорпионы меч? Да. Панцербои. Были контрактниками на последней войне. Панцербои? Они летали на этих огромных транспортерах? Скорпион летал. Меч был в охране. Им обеспечили самые крутые боевые импланты и кошмары до конца жизни. Мне говорили, что руки Ридж — это пыльная дыра посреди ебаного ничего. Жители или переехали в Найт-Сити, или просто куда-то свалили. Вот ты уже почти все знаешь. А вот сейчас я могу ее взять? Просто, чтобы я не забыл. Мне кажется, надо просто с тачки выйти. Местные ждали, что туда протянут автостраду. Ну, тогда там хоть как-то можно было бы жить. Но не срослось. И много таких заброшенных городов? Сотни? В стране-то? Тысячи. Ехала я как-то по Е-80. Остановилась после заката, когда машин уже не было. И тут услышала. Пещера вон она прям. За бугром. Как воет ветер в заколоченных окнах. Как по песку шуршит перекати поле. Так и умирают города. Потихоньку. Не с громом, а со всхлипом. Чем-то, да, Fallout напомнила, да? Мальца так, слегонца. А, я завтыкал на левел? Да ладно. А где? Где это пишется? Стандартная винтовка, урон. Трехкратный эффект в голову. Короче, голову сносит сразу. Братца, я не вижу. НПЦ реагирует на агрессивные действия. Когда все, я, не, уже это я понял. Ребят, не увидел я, где 11 левел про нее написан. Может, я тупой, скорее всего, но... Я вроде уже 11 уровень. Я уже 11. Там нет ограничений на ней. Балконский, спасибо. Все. Хорошая информация, это не спойлер, это информация. Что делаем? Готовимся к встрече со стилетами. Так, все. Вот сейчас я точно ее должен экипировать. Все, я вылез с машины. Да, так оно и есть. И теперь мне очень интересна одна вещь. Минус 0,2% прицеливания. Снайперский прицел, разработанный корпорацией Militech, позволяет отслеживать цель на очень большом расстоянии. Вы знаете, я бы... Хотя оно так и есть. Пистолет у меня для ближнего боя. Сейчас будем импровизировать. Ёб твою Открываться мать! Смотрим. Извините, может, меня, конечно, за высказывание, но это просто... Кого? Вот с этой можно просто так шамарнуть разочек. Хорош. Понял, принял. Так, просканировать устройство. Окей. Что за устройство? Руки Ридж мертвее мертвого. Все поломано, ничего не работает. Угу. Ну что? Противотанковая, да-да, такая, прям, знаешь, прям как разочек, как дал, так дал. Тут ничего не работает. Тут ничего не работает. Все отключено. Как заброшка. Мы это исправим. Стилеты подъедут только после заката, и тут их будет ждать сюрприз. Надо только подключить питание. Угу. Проверим вон ту подстанцию. Окей. Базаришь, сейчас сделаем. Короче, здесь пожилая засада будет, я понял. Давайте просканируем, чтобы вкусняхи не пропустить. Белое, 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 белое. Опа. Здрасте. Ты кто? Получена чума. Это лучшее, что вообще, наверное, могло со мной случиться.
Так, ну я вижу трансформатор. Давайте мы сейчас подрубим их, наверное. Кстати, знаете, я что подумал? А случаем вот этот прицел, он не ночного ли видения? Так он ночного видения. Мне кажется, он, правда, долго будет перезаряжаться, но... Я нашел выключатели, но питания тут нет. Неважно, спускайся. Я знаю, как удивить этих мразей. Давай-ка, мать. Смотри, перекресток подключен к этой подстанции. Так. Правильно? Да. На крыше распределитель. Если включим свет, тут станет светло, как днем. Понимаешь, к чему я? Пожилая диверсия, кстати, получается. Окей, найди питание, а я поищу точки доступа. Ага, мало ли сколько их подъедет. Может, целая бригада? Надо их как-то обхитрить, чтобы потом добраться до моей машины. Не парься, я все придумал. Надо еще продумать, как ноги отсюда унести. Вот это я понимаю. Пускай поищут, кто это приехал такой изобретательный. Только сперва надо запустить терминал внизу. Без него от распределителя никакого толку. Пошли подключим его к аккумулятору от машины. Угу. Живо заработает. Слушай, хорошая идея она дает, кстати. Дождешь меня у подстанции, хорошо? Легчайше. Я сейчас пригоню машину. Давай, давай, мать. Что такая бабенка-то, кстати, довольно дерзкая, но она мысли-то неплохие подает. Если что. Подожди, она хочет от тачки, от аккумулятора подстанцию целую завести? Панелью вроде все норм. Если в обход подрубить к источнику питания, должно сработать. Останется только все раскочегарить. Возьми кабели из багажника. Попробуем завести от аккумулятора. Крафт, ребят, чуть позже. Так, ну давай попробуем. Боеприпасы до винтовок 84. Вот это я понимаю. Это уровень. Эх, сейчас, как говорится, подключен. Плюс на минус. Дайди, надо тут наверху все подрубить. Готово. Теперь минус. Ай, ну давай. Прощай, старушка. Руки оторвало по локоть. Все, ток есть. Включи питание внутри, там должен быть терминал. А потом бегом на крышу. Без проблем. Я пойду на башню. Оттуда перекресток видно, как на ладони. Угу. Как только я подам сигнал, включишь электричество. Ясно? Давай, так, давай, мать. Ёпта, силы немного не хватает, да вы гоните. Ай! Как говорится, кто как залезает в окна. Ну ты прям самоочевидность. Блин, надо силу маленько качнуть. Да не, сейчас крафт будем качать. Ну что, поехали. Распределитель подключен. Супер. На перекрестке будет весело. Пойдем на позицию. Погнали. Сейчас здесь будет жестко. А теперь ждем. Не забудь включить питание, как только мы их заметим. Как думаешь, откуда приедут стилеты? Думаю, с северо-востока, с недостроенной магистрали. Окей, прикрывай меня на всякий случай. Конечно. Едут на моем тортике. Видишь его? Да как его не заметишь? Лучше не светиться. Попробуем сделать все по-тихому. Если о, что, по-тихому это ко мне. Идет? Идет. Тишина, это мой конек. Так их мало, подожди, что их здесь? Ну и где этот ебучий босс? Эй, ждите их здесь.
Готовься. Там есть что-то? Шоу начинается. Show must go on! Да будет свет. Сказал монтёр. И яйца фосфором натёр. На! Девица с ирокезом. Норм примета. Сейчас. Можно все перерезать, только дверь закрыта. Так кто все это включил? Хо-ко-ко. Я сверху туда пролез. Ёпта. Попробуй. Одного сразу. Тело даже после смерти. А, нет, девушка после смерти, даже еще несколько минут девушка. Акуна Матата! Смысл фразы так прост. Акуна Матата. Веселись в полный рост. Забудь заботы. Да-да-да-да-да-да. Я с тобой лично разберусь. Теперь придется всех убрать. И хуй с ним. Ями-ями! Бам, блядь! 2К в голову просто. Выведу тачку, не будем рисковать. Ну, ладно. Встретимся у города. На следующий. Не слишком привыкает к моей тачке. Ясно? До скорого. Найс. Так. Хей, с такой пушкой вообще. Кто там? Ща иду. Ла-ла-ла-ла-лай, на-на-на-на-на-най. Нас бьют по одному! Най-на-на-на-най. Великолепное оружие. Просто, просто бан-машина. Здесь можно было вообще, в принципе, никого не звать. Вообще. От слов совсем. Фиолочка. Ни гранаты здесь, ничего не надо. Здесь просто достаточно самый децл. Стрелять уметь и все. И как бы больше вообще, в общем-то, вообще ничего не нужно. Вот это нормально, это гаубица. Нет, это не простая пушка, это просто, мать его, гаубица. Умное оружие, система, да какое это для девок? Снайперка без автонаводки, это наше все. Разочек, шах. И все. Так, это на продажу. Что-то там на втором этаже вкусное было. Так, вроде бы все. Погнали. Нет, это... это было реально слишком просто. Ну, чересчур, я не знаю. Я понимаю, что тут нужно, нужно было тут все взрывать красиво, там, все дела, но... АВП просто курит в стороне. А ехать будем? А, во. F5. Ни хрена себе, слышь, тачка.
что она как-то разгоняется по-читерному немного. Блин, офигенный аппарат. Дать угла, есть дать угла. Пересядь, я поведу. Окей, настолько не терпится, да? Наконец-то. Иконки есть здесь где-нибудь в салоне? Так, пожалуйста, мне многоточечный ремень безопасности, шлем, иконы, я не знаю, все, что можно. Поехали! Ну, че сидим-то? Скажи, крутой малыш. Базаришь, мать, даже спорить не буду. Понятно, почему ты хотела его вернуть. Он меня дополняет. Видишь, справились и без Митча, и без Скорпиона. Какой Митч, какой Скорпион здесь? Пять человек всего было. Кукол Фест. Товар у тебя, машина у тебя. Но я не получила Нэша. Его не было в Рокки Ридже. Этот мудак не приехал. Панам. Слушай, у меня есть план. Нет. Мы собирались найти машину и товар. Вачко, идет твой план. Мы их нашли. Шестая улица ждет сигнала, твою а мать! Я... Послушай меня! Ты че? Я знаю, где у них нора. Я тебе сейчас скажу, где нора. Сейчас. Они нас не ждут. Я прямо уверена. Трыста сюда на счет переведи мне. И тогда, может быть, ну так скажем, если ты меня еще сейчас поблагодаришь прямо на ходу, пока я поеду за рулем, я подумаю. С другой стороны, с такой снопой... Да поехали! Ладно, где там у них логово? Буквально за поворотом. Чем мы тут сидим? Погнали в их нору зайдем. Понимаешь, спасибо, это знаешь... много. А вот лак... Тихо. Надо. Я ему верила. Он первый, с кем я начала работать после Альдекальда. После переезда в Найт-Сити. Я доверяла этому. Мать, его. Мне похер на твои истории. Мне жить, ёпта, осталось 2 недели, если не меньше, понимаешь? Мне... У меня в голове живет какой-то больной ублюдок, бывший тип, который с ядерной ракетой в руках ходил. Ты вообще, ты что ты рассказываешь? Я тебя понимаю. Правда. Меня самого тоже однажды так предали. Ты им отомстил? Не успел. Отомстил. Кое-кто другой оказался быстрее. А если бы успел, ты бы отомстил? Я, блядь, потерял нить разговора. Чё? Не стоит того месть. Знаешь, Найт-Сити научил меня кое-чему. Иногда месть не так. Не общайся с мамбами. Всегда теряешь больше, чем получаешь. Вряд ли я усвою уроки Найт-Сити. Ну что, вперед? Поехали. Пизда ему. Угу. Кстати, да, мата здесь где-то даже зачастую многовато. Азару ноль. Автонаводку, ребята, я отключил, кто первый раз на стриме, и полный максимальный уровень сложности. Просто, ну, на легком мне играть неинтересно. Пошла жара! Мать, ты... Ви. Прям, блядь... Что? Ты что, думал, я тебя прощу? Опа, Смотри, что могу. Бля, видали? Ты вы... Ну что ты, Кончита Вурмс. Ебало, блядь, твою завали. Моя девочка. Хорошая винтовка. Осторожно. Углы. Углы, не углы. Кто там? Где? Ух ты, ёб. Тихо. Не надо. Сел он, не присел он. Две преграды, три преграды. 10 там преград. Во-во-во-во-во, тормози. Подставился, сдох. На-н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 а. Где камера? Пошла свечка. Ладно, признаю, это было клево.
На-н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 а. Позиция опустела! Займите! Пошли, лучи добра! Там на транер! Не расслабляйся! Что там, блядь, мутишь? На-н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 а-
Привет, бестия. Она. Как ты там сказала? Научись сама решать свои проблемы, правильно? Знаешь, Мила, одна проблема решена. Ты довольна? Угу. А что с товаром? Знаешь, его уже не доставят. Но если даже его попросишь, я, наверное, смогу. Слышь, ты! Помочь? Не заплатили вперед, дорогая. Но спасибо за предложение. Ага. Я уж думала, не забыла ли ты о делах, пока играла... Ты ни про кого не забыла, мать? Ск. Ну, тут как бы... Ск. Поехали. Ты не отсюда. Забыла ни про кого? Ну, совершенно случайно. Не, ну мало ли. Просто, ну, мало ли, да, может быть, ты про кого-то забыла. Может, ты кого-то поблагодарить хочешь сказать. О, боже мой, Алексей. Какой вы прекрасный снайпер. Давайте я вам прямо здесь и прямо сейчас вас поблагодарю. Нет? Я больше с этой бабой никуда не пойду. На-на-на-на-на-на-на. Опа. Здрасте. На последней серии по киберпанку максимальное качество стоит 360. Почему так и как с этим? Ютуб, братик. Бывает такое, что Ютуб глючит. Помните, в этот день Ютуб же глючил? Ой-ой-ой. Что-то там... Что-то там золотое упало. Спасибо. Ты как всегда по делу. Там калибр, я не знаю. Там, наверное, вот такая вот. Фауст-патрон с кулак сразу входит. И там вообще... Там неважно, куда ты попал. В руку, в ногу. Вообще неважно. Просто неважно. Так, а ну-ка, погоди-ка. Новый уровень, кстати. Я хочу крафтить. Я вам обещал крафтить. Я хочу крафтить. Это не то. А где крафт? Я прошу прощения, где крафт? Это, наверное, в технике, да, инженерное дело. Угу. А может быть и нет. Создание, мать его, вот это. Вот это где. Все, я увидел. Вы можете создавать редкие предметы. Ну что ж, поехали. И в инженерку, давайте в технику. Я, пожалуй, сейчас сконцентрирую прям внимание на этом. И, конечно же, мы сейчас посмотрим, что мы здесь выбили. Электронная целевая винтовка, ну такое. Ну не знаю, давайте разобью сразу то, что мне не нужно. Ручной пулемет, всякие пистолеты, штурмовые, ППшки, сразу все туда. Но с этой снайпой, мне кажется, я не знаю, можно, наверное, до конца игры просто все пройти, потому что, ну, это имба какая-то. Она выносит, ну, просто на раз-два. Напомню, ребят, у меня пистолеты и револьверы вкачаны. Да, кстати, мы что-то нашли. Ого! Was war der drin? Kennen Sie da 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 da. Так, осуждаем такие движения. Что это рофл был? Так. Дарт Вейдер, да-да. Люк, я твой отец. Not bad. Слушай, неплохо мы ворвались.
тяжелые панковские ботинки. Ну, или как-то так. Кстати, что вот здесь? О! Что это за игра? Мне очень нравится, что есть и плохие, так и хорошие люди, независимо от пола. Крутой феминизм. В пример The Last of Us 2 хуёвый. И, да, поставь другую хилку, потом спасибо скажешь, я тоже на харде. Спасибо, бро, спасибо. Ну-ка, давайте-ка его ломанем, подождите. BD-55-1C. Бля, нет, неправильно начал. Окей, давай так сделаем. Хрена себе, там насыпало редких компонентов. Неплохо. Очень даже неплохо. Еще один шлем дали. Бестия, конечно, жжет напалмом. Расчетливая, циничная сука. А раньше была добрая и ласковая, да? Да хера с два. Просто она забыла, как сама три косаря денег сразу же. 450 тысяч подписчиков на канале. Товар у меня. Обижаешь. Давай встретимся у мотеля Сансет. От души. Ну до Нового года 500 тысяч не успеем. Но это я был знаю, бы лучший подарок. На днюху и на Новый год. Все, встречу я назначила. Добьем сделку и займемся Хельманом. Идет? Спасибо. Звучит неплохо. Кстати, не это ли это пещера? Не в этой ли мы пещере сейчас были? Это и есть эта пещера. Бля, там был глубже еще проход. Я сюда вернусь. Я вернусь сюда. Я вернусь. Я приеду, отвечаю в эту пещеру. Туда глубже был проход. Может, какая-нибудь пасхалка или еще что-то. Говорят, здесь даже с Ведьмака есть пасхалки. Кстати, я специально по вашим просьбам, по вашим советам даже больше подключил с Ведьмаком. Где-то еще на Ведьмака должны быть пасхалочки. Они здесь. Говорить буду я. Что-то не так? Нет. В смысле, надеюсь, что нет. Если что, Валера со мной, мать. Окей, Валера. Настало твое время. Я вам, пацаны, вообще не рекомендую даже дергаться. Как там, Нэ? Не могу до него дозвониться. На твоем месте я бы ему больше не звонила. Нет смысла. А ты, девочка, не промах. Уважаю. А это кто с тобой? Бонус? Обостряем. Смотрю, чтобы никто не рыпался. О, этот-то бычит побольше, чем Нэш, а? Ну, как видите. А он прикольный. 20 лет КС. Товар первоклассный. Ага. Не рекомендую, брат. Чердак отлетит, даже не успеешь понять, ну, как. Порядок? Проверь счет по нам. Через пару минут он тебя приятно удивит. Спасибо, конечно. Но разве не бестия должна мне платить? Ты норм. Заслужила себе на чай. Поехали. Без негатива, пацаны-то. Все нормально. Ну что, пойдем выпьем? С этой девушкой выполни потом долг.
Задание не пожалеешь. Допы обязательно повыполняем, ребят. Я, правда, я не спешу эту игру проходить. Скелетов выкосили, шестой улице угодили. Хороший день для Панам Палмера. День еще не кончился. Может, ты меня сейчас доведешь? Ой-ей. Ой-ей-ей. Терпим. Дышим. Терпим. Привет, Ноа. Привет. Что, новые дела или новые знакомые? А ты попробуй угадай. У тебя все в порядке? Эти суки больше не приходили? Стилеты? Нет, пока все тихо. Они вернутся, конечно, но мы тут и не такое видали. Что принести? Два брозефа, пока все. Пиван Деппола, брат. Что ты привезла для шестых? Балтика девяточка, что, пожалуйста. А ты не видел? Баллоперидол. Лекарство для киберпсихов. Они их продают? Баллоперидол, лекарство для лича. Ну да. Ой. По своим каналам. Тихо. Подпольным клиникам и риперам. Выпить за здоровье Собянина есть? Нет? Тихо. Надо. Надо пен. Ну, значит, за твоего тоже. Что это рофл был? Отсылка кое-кому. Бургера просто нет. Еще одно можно? Мать! Пьяная баба, манди, не хозяйка. Тихо. Спасибо. На здоровье. Смирительную рубашку и галоперидола, пожалуйста. У нас проблемы. Опа, пошел процесс. Выпиваю Балтику девяточку. Пустошаю до самого дна. Ну ладно, переключаемся на мои проблемы. Дальше продолжать не буду. Что насчет Хельмана? Я придумала план, но он пока черновой. Мне надо еще подумать и кое-что подкорректировать. Потом обсудим подробности. Я тебе вдую, мать! Номера тут. Недалеко и удобно. В номера! За работу около полуночи, чтобы поменьше светиться. Как тебе? Великолепно. А мы один номер возьмем. О! А может, снимем одну комнату? Пожалуй. У Ноа в каждом номере по две кровати. О, май! Я не это имею в виду. Да? А что ты имеешь в виду? Ну... Я рад, что мы познакомились, поэтому... Я тоже рада, Ви. Это мог быть очень тяжелый день. Но благодаря тебе все прошло хорошо. Ну, может, мы... Ну, как-то отметим это дело? Конечно, почему нет? Можем и отметить. Но не сегодня. Я просто падаю с ног. Че мне твои ноги-то? Но мы возьмем одну комнату на двоих. Только на эту ночь. Пойду посплю немного. Так, блядь. Да подожди, какой? Стой! Так какой выпить? Стой! Наконец-то начинаю немного отходить. Да, блядь, да в смысле? Стой! Я упаду в кровать и сразу усну. Да, тебе тоже лучше отдохнуть. Куда потом отдохнем? Мне жить две недели, мать! Само собой. Я... Опять придется, когда уснет. Да что ж такое, а? Так, сейчас гуся побои, погоди. Душ не работает, что ли? С немытым, что ли? Ну ладно. Да в смысле? Хуйня, игра, ясно. Так, мне куда-то вот сюда. Я все-таки доеду до этой пещеры, пока я недалеко. Слишком... В смысле? Волыны есть? Не волына. Тачка есть? Алло. А вон ездит кто-то. Сейчас гопнем, погоди. F5. Стой! Ты что, мудак вообще, что ли? Это фак. Не делай этого! Нахуй пошел с тачки! Не делай этого!
Сорян. Меня зовут Дакота Смит. Если тебе нужна работа в пустошах, то ты по адресу. Я Ви. Спасибо за информацию. Главное, помни, тут тебе не город. Будь осторожен. А, ну да, в городе, конечно, ёпта. Не надо! Ты конченый, что ли? Хера себе, это что было сейчас? Спасибо. Тёмыч, удачного стрима, друг. Первый раз на стриме. До этого только ролики на ютубе смотрел. Рад буду. Рад увидеть, что стрим идет. Мое почтение. Добро пожаловать. Подписка, лайк с тебя. С меня контент, как всегда. Так, а ну-ка поехали-ка заедем. ФПСы просели, видно было. Так, а ну-ка подождите-ка. Там был проход. Вот здесь вот мы стрелялись. Но здесь есть проход. Или здесь... Нет, здесь реально проход. И куда? А ну-ка, сек. Посмотри внимательней. Одну секундочку. Блин, надо посмотреть, как фары включить. Внимательней. Ой-ой, сорян. Одну секунду. Блять, я, кстати, ни разу фонарь в игре не включал. Сорян, ребят, микрофон задел. Кто-то пропустил. Альт-фары, спасибо огромное. Нет, на альт не работают. Ой-ой, может быть, я их разбил? Бальта, я только что сказал на эту тему. Это YouTube, бро. YouTube падал, и он, к сожалению, один стрим отработал в лоу-качестве. Спасибо. Мое почтение, спасибо. Не вижу, ребят. Ты здесь что-то пропустил, мне прям четко пишет. Так, ну-ка.
нужно найти какой-то контейнер. Его нет, братцы. Это не контейнер. Ребят, все везде просмотрел. Но этот туннель не просто так сделан. Ночью. Угу. А, ночью. Перемотай время. А я, ребят, я не в теме, как здесь время мотается. Я ни разу его не мотал. Я, к сожалению, ребят, ни разу его не это. А подскажете, ребят, как мотать время? Я не шарю. Это не спойлер, ни что. Просто, ну, интересно, реально. Что ж здесь за секрет такой замороченный? Раз уж мы заглянули. Но пещеру я сам нашел. Я ее просто сразу увидел с дороги. Отъедь от пещеры. 11 вечера. Бля, где здесь время, интересно, показывается? Это интересно, конечно. Кнопка в меню подождать. Меню I. Ага, подождать. До 23 часов. И... двадцать три. А, это сколько часов подождать? Подождите, 13. Еще 10. Не 10. 9. 22:53 подождать. Хорошо, давай час. 7 минут у нас еще, ну-ка. Должен заспауниться какой-то, вы говорите, контейнер. Не вижу, ребят. Не, нету здесь секрета. Может, я, конечно, я говорю, в глаза долблюсь, но... может, позже? Пока рано. Не вижу, братцы. Ну, с 23. Сейчас время у нас... 23:00 в упор не вижу. Давай в эту сторону еще раз проеду. Что это, блядь, такое? Нет, стоп, это их тачки. Ну, они вообще закрытые. Что за тема? Ну-ка. Что это такое? Вообще какая-то херня непонятная. Ага, ага. Можно вылезть? Спасибо. Время под мини-карты пишется. Ну, 0:10. А, типа опять не успел? Ёпт.
Хорошо, еще раз. Подождать. А, ожидание недоступно. То есть надо выехать с пещеры. Сейчас сделаем. Все, я услышал. Выйти с пещеры ровно в 23 часа, надо туда завалиться. Что ж здесь будет-то? Кто-то говорит оружие, кто-то говорит какой-то этот. Сейчас, секунду. Сейчас, сек. Выехал с пещеры. Так. Дал угла. Жду. Ай. Мне просто реально интересно, что за секрет. Жду 11 часов. Подождать. Жду еще... Еще 5 часов. Вот, 23:15. С 23 до 12. Так. Вот теперь точно время 23 часа. Вон справа под картой, да, пишется. Может быть, мы какую-то миссию не закрыли. Вообще запросто это может быть. Не, пусто вообще. Я думаю, надо, наверное, миссию доделать. Братцы, ну нихера нету. 23:22 время. Я четко пришел. А, она рандомно спаунится. Пройди задание. Все, окей. Окей, давайте. Значит, вернемся сюда. Все равно интересно. Я не заброшу. Ну, вы видите, ребят, вообще просто пусто. Все, погнали делать миссию. Спасибо огромное. Все, погнали по квесту, да, и вернемся. Слушайте, интересно, что здесь. Ярик. Мы точно доедем? Ярик, не надо. Мы доедем, я верю в это. Но мы почти доехали. Нормально. Так, все, едем пока по этот. Мы обязательно сюда вернемся. А что здесь за опасная зона? Типа какие-то типы, что ли? Вик, надо срочно решить одну проблему. Ага, сейчас я тебе что? Перехватывать дроны моего знакомого. Глянь координаты и найди виновного. Все подробности я приложу. Ви занят. Хочешь, покажу, чем занят? Жесть. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Бля, чем они так стреляют, интересно? Тоже со снайпы, что ли? Что-то я прям тогда... Сильно агрессивно здесь так нельзя играть. Короче, ладно. Давайте выезжаем. Мы сюда с вами обязательно вернемся. Нормально они меня, да-да-да, на место поставили. Сказали, что, парень, крутой? На тебе просто ваншот сразу в лицо. Ладно, мы сюда вернемся. Погнали пока по основному. Квесту. Кактус! Ай, блядь. Нормально. Тебя взрыв машины убил. Ну, бывает. Я их запомнил, мы туда заедем. А, блядь.
Что-то меня прям перекрывает нормально так. В 23 часа. Ну, я запомнил, ребят, то, что вы мне сказали. Спасибо огромное. В 23 часа после выполнения этого квеста нужно будет вернуться. Поехали. Доброй ночи. Вот он, Морган. И ты что такое торчало? Не, пока не находил. Я думаю, вообще надо. Из уважения к игре вообще. И если вы попросите, вообще по всем пасхалкам в игре прокатиться. О, меня сейчас вырвет. Можно будет вообще по всем пасхалкам в игре проехать. И по why not. Как раз напишите в комментариях, когда скажу. И вместе прокатимся. Встретиться с панам в полночь. Ну, я уже умею до времени скипать. А, так тут вообще понты осталось. Тут осталось прям 10 минут. Надо, кстати, знаете, что на карте? Вот эту вот шляпу отключить. Да, чтобы она мне не мешала лишний раз. Да, посиди. Я тебе ничего не сделал. Да ладно. Хай. Привет. Привет. Я проверяла подвеску. Гидравлика должна быть исправна, а то нам еще по ухабам трястись. Ну что, как спалось? Нормально. Ты придумала что-нибудь насчет Хельмана? Ты удивишься, но да. Смотри. Ну, рассказывай. Ключ — это мы, кусачки — это Ави. А отвертка — это то место, где Ави должно пропахать носом песок. Знаешь, как мы спустим его с небес на землю? А ну-ка. Из твоего пулемета. Нет, он пригодится потом. Броню такого Ави этот калибр все равно не пробьет. Так что мы сделаем по-другому. Вот наше решение. Микроволновая электростанция. Микроволновая электростанция? Ну да. Надо туда завалиться. Угу. Ну, допустим. А потом что? Потом? Потом бахнем электромагнитным импульсом по Ави. Ну, давай бахнем. Как только оно окажется в зоне поражения, ребят, лайками не забывайте поддерживать стрим. У них на борту на 10 тысяч лайков в следующей серии по Киберпанку, как всегда. Двигатели тоже. Абсолютно все. Без исключения. Двигатели, навигация, связь, все. Как у тебя все просто. Может, они и не полетят над этой станцией. И что тогда? Слушай, может, и не полетят. Но нам это никак не помешает, вот увидишь. Придется помотаться, но ты не пожалеешь, обещаю. У меня тут все схвачено. Ну окей. Только не забудь, Хельман нужен мне живым. Постарайся не разнести это Ави к чертям собачьим. Да знаю, я надеюсь, он пристегнется. У меня есть одна идея, но даже если она сработает, мягкой посадки не получится. Ну ладно, тогда поехали. Супер. Садись, а то холодно. Ну что ж, друзья мои, я предлагаю на этом серию закончить. Чем дальше, тем все интереснее. Игра прямо сейчас будет, я так думаю, что киберпанк. Потому что очень бы хотелось туда ворваться. Я напоминаю всем, ребят, то, что сейчас залетим вместе с Легионом в киберпанк. Мы очень далеко прошли, вчетвером. Поставили такой своеобразный новый рекорд. Я напомню, 10 колоссей, ребят, новая серия. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии к игре, потому что реально сюжет меня начинает засасывать. Игра интересная. Так что как-то так. И поздравляю всех 450 тысяч подписчиков. Это такая маленькая история, которую вы сами пишете. И когда-то, может быть, если здесь будет лям на канале, вы этот стрим вспомните. Так что как-то так. Напишите, кстати, в комментариях, как мы назовем эту серию. Может быть, у вас есть какие-то предположения. И одного из вас я лайкну и таким названием назову серию. В комментариях я имею в виду к данному стриму. Прямо сейчас я перезапускаю стрим. Идем с вами в D3 вместе с ребятами. Ну и всем приятного просмотра. Все, кто идет спать, отдыхать, доброй ночи. Ну а мы пойдем ставить новый рекорд. Нас ждет Леорик. Все.
5 минут. Сразу же сейчас пересоздаю стрим. Залетайте.